В Белокурихе может появиться специальная площадка для выгула собак. Местные власти пока обсуждают инициативу, но уверены, ее обязательно поддержат горожане. Для Валентины Адрияновой золотистый ретривер Рыжик – верный помощник и член семьи. Женщина выгуливает своего питомца два раза в день на пустыре неподалеку от дома. Однако другие владельцы собак не особо заботятся об окружающих и гуляют с животными во дворах. Я знаю, что многие гуляют во дворах, где детские площадки оборудованы. Естественно, собака справляет свою нужду и приходится потом детям в этом копаться. Я считаю, в нашем городе обязательно нужны площадки. Многие горожане считают, потребность в такой специально отведенной площадке назрела давно. Тем более, что Совет депутатов Белокурихи еще в 2010 году утвердил правила содержания домашних животных. В документе черным по белому написано: выгул собак разрешен только в специально отведенных местах. Официально в городе ветеринары насчитывают около 1000 собак. Это те, кому поставили прививки. У нас-то город все равно маленький. Я думаю, он укомплектованный. Если брать такие, скажем, площадки от 600 квадратных метров, то, я думаю, достаточно будет 2. Где именно будет располагаться сквер для собаководов, пока неизвестно. В отделе по архитектуре городской администрации пообещали открыть первую площадку осенью. Ольга Деянова, Агата Никульшина, Андрей Тырышкин. Новости.